Таким же образом у нас будет возникать масса организаций, которые и мы будем наказывать невиновных и награждать непричастных, или тех, которые не участвуют. Поэтому у меня просьба, предложение. Пожалуйста, если это общественная организация, которая финансируется, если есть такая возможность, давайте дадим информацию всем общественным организациям, чтобы они давали свои программы и выделять на это деньги. Потому что у нас получается, кто смел, тот и съел. Кто ближе к кормушке, кто ближе к начальству, кто ярче лизнул, тот и получил. Вот, поэтому мне кажется, что, ну ладно, 200 тысяч можно дать, но в дальнейшем, тем более, да. Да, но... Вы сказали давать. Ну, а что, да. Вы детям, у нас рука дрожит детям дать. Конечно. Даже склад не двигать. Нет, Татьяна Васильевна, если сказать, чтобы была какая-то система. Значит, надо дать. Они для тех, которые имеют возможность входа в кабинет. Спасибо.